Привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Булатова, и сегодня я хочу рассказать вам о своем заказе из каталога номер 6, о том, что я покупала и что нельзя просто пропустить, потому что он уже завершает свое действие. Ну, на самой первой страничке у нас с вами вот такая вот новиночка. Это тушь, основная одна тушь, и к ней отдельные кисточки. Я себе взяла вот две таких, розовенькую и желтенькую. Так, какую-то я не взяла. Ультрадлину не взяла, голубую не взяла ультрадлину. Объем и изгиб я взяла. Вот. И честно, даже вот как-то не хочется мне их марать тушью. Такие классные, такие красивенькие, очень здорово смотрятся. Вот. А сама тушь, в принципе, тоже с очень хорошей щеточкой. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот щеточка. Приличная, не силиконовая, да, очень такая вот хорошенькая. Так что у кого в филиалах еще есть она в наличии, потому что я знаю, что есть те, у кого ее уже нету, то надо брать. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас, чтобы не пропустить, я себе еще взяла карандашика 2 и оставила их не дома. Так, сумка. Угу. Я взяла вот эту вот сумочку. Такая вот она у нас, как-то девочки спрашивали, белая, не белая. Да, она действительно не чисто белого цвета, она немножечко молочного оттенка, да. Мне понравилось. Единственное, что она вот так вот шумит. Так, шумит. И, ну вот, вот так вот. Вот, причем у меня маленькая сумочка такая же. Ну и внутри стандартная. Давайте не буду показывать, потому что у меня неудобная здесь фотозона, видеозона неудобная. А также, конечно же, я взяла на тест себе новую тоналочку. Вот. Я взяла оттенок Giordani Gold. Она именно аква, да, то есть увлажняющая. И сейчас я вам покажу оттенок. Вот. Последнее время после BB, CC и так далее, да, и вот Флюид, да, последняя Giordani Gold, вообще шикарная. Уже как бы обычные тоналки не дают такого вау-эффекта, но мне понравилось, что она легкая, что она легко впитывается. И вот сейчас на лето, ну, то, что вот увлажняющая, легкая, самое-самое то. Дальше, самое, что вот прям просто нельзя пропустить в этом каталоге, в такой вот коробочке, румяна Giordani Gold. Это, ну, я не знаю, такого просто не пропускается. И, пожалуйста, всем подружкам своим расскажите, потому что румяна за 399 рублей, пока они еще есть на складе, нужно просто, я не знаю, пачками брать. И все, у кого румянам больше 3 или 4 лет, обязательно поменяйте. Они никогда не кончатся, поэтому их нужно просто выкинуть и купить себе новые. Вот так вот они смотрятся. В честь юбилея компания сделал нам такой подарок за 399 рублей. Я считаю, что это очень-очень здорово. Такие вот шариковые румяна иметь каждый. Просто вот обязательно. Я даже, наверное, попрошу вас отписать в комментариях, у кого есть такие румяна. Потому что нельзя их и не иметь. Так, давайте дальше пойдем. Ароматы, помадки, лаки, конечно же, кисточки. Ну, вообще классный каталог, много всего интересного. В категории wellness у нас хорошая скидочка на батончики. Опять-таки, вот пока до съемки добралась, да, во многих филиалах уже кончились. Надо обязательно брать две упаковки. Вот когда я брала, кончились уже ягодные. Сейчас уже есть супер-мега популярные филиалы, в которых вообще кончились все. Вот так вот выглядят шоколадные. Батончики 7 штук, вот у меня уже кто-то забрал одну. И просто на wellness обычно скидочек вообще нету, а здесь скидка 40%. Поэтому надо воспользоваться этим предложением, особенно если вы не пробовали, обязательно попробовать. Я успешно пополняю коллекцию обновленной серии Love Nature. Я себе взяла в этот раз лаванда. Думаю, что буду таким, знаете, расслабляющий эффект должен быть у лаванды все-таки, да, потому что она пахнет вот именно
Расслабляет, в общем, да, то есть взяла. Дальше, не очень мощные серии для ног, вот хочу на них обратить внимание, и от натоптышей, и масочка, и спрей от натирания, да, очень-очень мощные, классные. Сухой шампунь, вот у меня в ванной 3 штуки стоит, поэтому я не заказала, да, но обязательно берите, потому что это вообще палочка-выручалочка на все случаи жизни. На последней странице у нас вот такие вот бальзамчики мультиактивные, да, для губ. Правда, перепутаны коды, на всякий случай спросите, какой код. Ну, в общем, вот обычно мы берем вот этот самый темный, он 44 в конце. И бальзам для ресничек и бровей. Так, это у меня что, запакованный? А, распакованный у меня в другом месте, я сразу несколько взяла. Ах, все, в общем, путаю, да? Тороплюсь. И я чего-то пропустила. У нас тут была такая замечательная акция. Ах, вот она, да? То есть корзиночка с продукцией. Всего за 449 рублей, если наш заказ составляет сколько-то. Не буду смотреть. А, ну да, посмотрю, ладно. Так. На 990 рублей, если составляет наш заказ, вот такой вот такой набор. Смотрите. Значит, это крем для лица «Ромашка», особенно подойдет для тех, у кого чувствительная кожа. Гель для душа, самый-самый такой, знаете, универсальный, который... Вот это, знаете, такой набор, который подходит всем. Зубная паста, интимка и крем для рук. То есть вот все самое такое нужное в семью в этой корзиночке. Пожалуйста, не пропускайте вот такие вот драйверы, потому что потом одну только интимку можно заказать там дороже. Крем для рук можно дороже взять. А тут все вместе по максимальным скидкам. А следующее, что я сегодня хотела вам буквально на секундочку задержать еще, да, конечно же, витамины детские, взрослые, да, там у нас на отдельном номере, и хотела показать вам отдельно wellness. А так как у нас очень быстро уходят коктейли, супы уходят не так быстро, но все же, да, то есть у меня даже, ну, не успела я вам показать вот именно коробочками, я думаю, вы коробочками в каталоге смотрели. Вот таких вот 2 контейнера, которые я хочу вам показать. Всегда пополняется у меня контейнер с коктейлем. Сегодня это, по-моему, ванильный, то есть вот прям вот так вот и лежит. И хочу сказать, что когда вы покупаете коктейль, он тоже в коробке, в пакетике из слюды. Ой, или как это называется? Ой, не слюды. Как фольговый такой пакет, да, и вот он вот именно такой в рассыпуху, не порционные пакеты, именно вот такой. Поэтому обязательно в первый заказ как минимум включите шейкер с мерной ложечкой, чтобы у вас был суп. Суп точно так же в одном целом пакете. Вот так вот он выглядит, это у нас спаржа. Вообще обалдею от этого супа. Я томаты, базилик тоже люблю, но вот периодически у нас на самом деле... Оба я просто притащила сюда в Катин. Вот, комбинирую. Так что берите вкусняшки из декоративной косметики, из уходовой, балуйте себя батончиками, покупайте wellness для здоровья. Самое главное еще помнить, что это не просто здоровый перекус, это огромнейшая просто польза для нашего здоровья, для нашего организма. И не забывайте про румянки. До конца каталога осталось буквально считанные дни, часы, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. А я с вами прощаюсь. С вами была Татьяна Булатова. До новых встреч. Пока-пока.